Ребята, с вами, как обычно, Грифон, Настя. Мы не меняемся, мы остаемся все такими же нубами. Продолжаем проходить это мегафан-обби. Уже один раз сфейлились. Давайте вы будете считать, сколько раз мы падали, умирали. И все в этом вроде. Не знаю, может, конкурс какой-нибудь устроим, кто правильно посчитает, тот будет молодцом. Так что можно, в принципе, продолжить. Чё ты дышишь мне в ухо? Не видишь, я тут это снимаю, а ты, блин, подходишь, дышишь мне в ухо, вообще нормально. То, что ты снимаешь, это я знаю, ты всегда снимаешь. Конечно, блин, ты бы свой канал бы завел, скачал. Опасно! Очень опасно, я могу сказать. Мы будем прыгать. Отличная тактика, слушайте. Прыгаем. И в яму, да? Тихо. Лучше просто идти. А может и прыгать. Хрен знает, скорее всего, прыгать. Сколько сейчас? Сейчас 9:19. Охренеть. Чё я не сплю в это время? Я понять не могу. Представляешь, все мои друзья сейчас не бывают. Сюда мой друг зашел, Андрей. А, блин, ты зашел. Чёрт возьми. А? Ты в курсе, что ты будешь в самом начале, а я на 2016-м уже? Да, я знаю. Да куда донатишь? Ты бы лучше бы делал свой сервер. Да, блин, опять в том же месте. Настя, ну ты сейчас за компом сидишь. Я хотела видео посмотреть какие-нибудь. Но я такая, типа, там одни комментарии под моим видео. Там прикол. Мои подписчики тоже в Roblox играют. Именно на этой карте я одного даже встретила и не запомнила. Потому что я много кого встречала. Там один идиот столкнул. А ты сейчас на каком уровне? Потому что я не могу в тап смотреть. Типа, ну вот сюда вот. Блин, там сначала изи, а потом уже сложно идет. Уже на восьмом. Настя, можно сказать, все лобби прошел, кроме этого. Я его проходил, но я его не смог. Хорошо, что тут сохраняется все. Нет! Значит, спокойненько прыгаешь себе, прыгаешь, потом фейлишься. Да. Я хотел себе накопить, короче, скилл по паркуру. Прошел все, кроме вот этого. Я его проходил. А я пытаюсь стать паркуристом. Я на 300 уровне. What the fuck? Серьезно, здесь по этим надо прыгать, что ли? А для чего тогда желтые созданы? Вообще-то бы сейчас не была на 300 уровне, потому что это прыгание. Нет, вообще-то. Я... Там чекпоинты только подряд можно нажимать. Да, это я знаю, но как ты смогла там зафейлиться? Вот сейчас опять я пойду, наступлю на эту штуку, и меня опять убьет. А ты блин, а в смысле? А я здесь почему тогда ходила только что? Чё за хрень? Почему я падаю? Да что такое? Максим, блин, про паркурщик. Сейчас такой зафейлится. Ну давай я поставлю на паузу, подождем, пока ты меня догонишь. Нет? Я на 20 уровне, у тебя всего лишь 10 раз больше пройдем. Да. Я говорю, я все обе прошел. Так где сохраняется? Я сейчас... Я на самом деле думала, если придется заново проходить, чтобы потом снять видео. У меня уже на это обе 3 серии ушло. Я сразу по несколько снимаю, чтобы это... У тебя же есть серия идет. Нет. Они стали немного короче, потому что... Почему бы не снять трёхчасовую серию? Папа же нас хотел в боулинг повезти. Здесь максимум можно проходить
3 часа. Там, блин, это Аиду только 3 часа, мне это Ну, еще меньше. мне лично 3 часа максимум Ну давай ты будешь проходить 3 часа до меня, там, блин, тысяча проходить. Ну давай, ты четыреста. подожди, поставь на паузу, я сейчас до тебя дойду и продолжу. Да подожди. Давай я потом просто этот момент ускорю, нахрен. Вот ты сколько я проходила до того момента? Ну, сейчас я пройду до 233-го и поставлю. Постоим просто. Там будет просто музыка играть, и все. Ладно, я лучше на паузу поставлю. Там будет... Виталь, посмотри, что мой брат пишет. Чувак, ты лох, на. Я просто про одну Настю пишу. Здесь у меня просто тап открыт. Там есть Настя. Короче, у нее ник грифон Настя. Записывай. Ты что, охренел совсем, что ли, блин? Все, Максим на настоящий хейтер, пошел он в жопу, мы будем дальше падать. Ну чё, она просто медленно так проходит. Да пошел ты в жопу, я тебя ждать не буду. А что, ты что ли грифон, Настя? Да ты, блин, издеваешься надо мной просто. Когда у тебя будет канал, ты и не разовьешься. Ну что, потому что его не будет. Мы ползем дальше по лестнице. Да. Тут такие сложные уровни, вы Потом я буду представляете? ходить на Чё улицу за и... Америка Потом я нахрен? просто буду ходить на улицу, расставлять везде таблички, подписываться на канал, наберу 1 000 000 подписчиков и смогу стать героем Ютуба и кинуть тебе страйк. А хуй тебе, понял? Так можно. Меня не обмануть. Кто быстрее разовьется? Настя Орлова, пожалуйста, убери его от меня. Он меня достал. Надеюсь, ты будешь смотреть это видео, потому что мне нужна помощь моих подписчиков, чтобы съехать отсюда поскорей нахрен. Сначала мне нужно дождаться А еще. что тебе в комментах будут писать ответы на экзамены, чтобы ты быстрее дошла до 9 Это тебе нужно будет класса? писать ответы на экзамены. Вообще, почему ты влез в мое видео как-то? Ну, потому что я захотел тоже пройти мегафон. Да, болтать, пожалуйста, не надо. Вообще охренел совсем. Снимаю потом с тобой видео про жизнь блогеров. Обманывать подписчиков нехорошо. В том числе и меня, потому что я тоже подписчик. Ты хейтер хрена. Хейтеры не подписаны на канал. Они могут быть подписаны специально для того, чтобы узнавать о видео и ставить дизлайки. Ну да, я про под одним видео написал, что это самое худшее видео в мире. А ты самый худший человек в мире. Слушай, вот мамино творение, это ты единственная, которая худшая получилась. Так что все, замолчи. Мы читерим, не мешай. Так, еще тут палочку, наверное, найти нужно. Да, нужно палочку найти. Правильную палочку. Какая здесь правильная палочка? Желтая, синяя, что ли? Серьезно? У них уже кончились идеи, они снова эти палочки пускают. Интересно, здесь остальные будут? Да, не остальные. Давайте проверим все нахрен. Да, правильно. Что нам нужно делать? Проверять все палочки. Да, только синяя была правильно. И я... Ой. Это что-то сейчас было. Она. Оба. А мы паркурим дальше. Мы паркурим, не паркурим, умираем, падаем. Чего? Хватит мне тпшить назад. Зачем?
Что ты достала съезжать уже на 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 надо будет этот Роблоксов закинуть, сделать себе новый скин. Да ты достала уже! Ну блин, ну что это такое? Почему, когда ты наступаешь, потом идешь дальше по-нормальному, и тебе только ТП езжает назад? Можно реально до Настя, чекпоинта знаешь, достать. сколько там Отстань от вообще меня, иди в этих самых жопу! столов? Иди в жопу! Да твою мать! Что так сложно пройти просто вот так вот идя? Не, я не хочу к тебе. Я с тобой вообще не разговариваю. Ты меня достал, понял? Иди к маме, играй там. На своем даже телефоне играй. На свой телефон-то накопить не можешь. Я на него накопила. Мне сказали родители, сейчас уже акции нашли. Давай быстро деньги мы тебе добавим, потом вернем. Я такая, типа, вы что, охренели совсем, что ли? Я хотела полную сумму сама на него накопить. Мне сказали, не возвращай. Какого меня такое вообще? Там есть еще скипс уровней. Я сдох, у меня Я ничего его не уже разрешило. использовала. Я когда пересматривала видео, которое создавала, уже нашла, где я его использовала. Так кто Да, это пишет? было на 6. Да блин, я опять нажал Дизни. Это Господи. было на 66-м уровне. Киньте еще раз, пожалуйста. Я не хочу вас дизлинкать. Я люблю друзей в Роблоксе. Потому что в настоящей жизни их не так много. Аж слеза покатилась. Ух ты! А мне кажется, надо было вот так вот поверху Я идти. только 3 раза прошел по смертной точке, только тогда меня убило. Да я так всегда делала. Я реально пересматриваю свои видео и там типа вижу, типа. Видишь, насколько этот человек меня Деспасита. Ой, ёб твою мать, чё за маты по-английски нахрен? Вот видите, как будто все говорят, что русские плохие. Но не все же. Вот тут есть американцы, англичане, я не знаю, которые матерятся. Обзываются, короче. Тут прям в чате. Да уберись ты. Не нужно, чтоб смотрели. Те говорят, что русские плохие, а русские хорошие на самом деле. Да я вообще, блин, вообще изи, просто, блин, господи, что... Вот чего? Тихо, не исчезай, пожалуйста, не исчезай, не исчезай. Я не понял, почему Почему первая даже исчезла? некоторые английские слова? А почему первая исчезла, я не понял. А что значит Вот опять перс? исчезла первая и вторая? Нет, вторая не исчезла. Почему только первая исчезает, что ли? Вторая потом исчезает. Как они долго исчезают? Как я быстро это все прошла? Или либо когда наступаешь, они не исчезают. Здесь тоже исчезающие были. Что? Они не могли материться. Да блин! Я уже пробовал, не Даже с пишется. исчезающими. Я даже на английском пробовал, тоже не получается. Да пошел ты! Я тебе буду материться в реальной жизни, господи. Все, фейлы, фейлы, пошли у нас фейлы. Не исчезай! Куда, блин? Твою налево. Куда ты исчезаешь-то? Да блин, я не могу это пройти, помогите. Пользовалась Я не случайно. могу, я его... А у меня почему-то тоже нет, хоть я его и не скипал. Значит, ты его случайно использовал. Нет, у меня ведь уровень не скипнулся сам по себе. Твою налево, опять последний момент. А-а-а!
Так вот почему это пэшнулся, потому что я потом понял, что это пэшнулся не назад, а вперед. Сдох, короче, и возвращаюсь. Помогите, пожалуйста. Что? Я ж пропрыгал по красному. Тихо, тихо, осторожно, 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 осторожно. Так. А в чем смысл огромных синих кубов? Не знаю. Фу. Они исчезли. Али, али, али. В чем смысл вот этих фигур? Окей. Почему здесь нахрен Америка? Хотите Америка? Обмануть меня, что ли? Это уже сложно. Здесь надо тут явно будет синий. Да почему не синий-то? Какого фига? Хватит писать мат в части. В чате. Здесь явно зеленый. Настя, зачем он пишет? 260 уровень, и мы уже... Мы за... 16 минут прошли, можно сказать, 35 уровней. Ответь мне, что значит такс. Что означает такс? Вот он матерится в чате. 4. Да блин, не так. Нет. А, он имеет в виду, что у тебя 4, потому что мы только трое не собрали. Там 4-й есть пацан вообще-то. Нет такого слова на английском. Что? Ненавижу эти исчезающие блоки. Сделайте так, чтобы их не было больше. Да, не наоборот. Прыгаешь, прыгаешь, прыгаешь. Там банан. А почему, когда я снизу прыгал, где этого банана вот? Какое тут вообще большое раз... Чего? Чего? Да, у меня тоже есть такой момент, длинное расстояние. Everyone is stuck like this. Это не англичанин, он не умеет писать на английском. А давай пойдем в какое-нибудь другое обби. Да баш, не, снимаю поэтому обби. Чё ты, блин, тут... А пошли снимать по-другому обби. Ага, секретка. Чё за хрень? Мне кажется, либо здесь надо наоборот и идти по красному, чтобы было. Ого, тут прыжочки. Уя! Какие мы паркуристы. На самом деле на телефоне просто легче паркурить. Пяткой не задевай, ты не хочешь помирать тут. Хия. Хия. Ой, блин, зачем я назад пошла? Я бы назад пошла, блин, могла бы уже пройти. Теперь мы фейлимся. Так сказать, шанс дается только раз. Мне не нравится эта сейчас стенка. На каком уровне? Какая следующая стенка? Ненавижу уровни, где тебе кажется, что... Что это такое? У меня же уровень, где кажется, что тебе надо прыгать, а на самом деле тебе надо просто бежать, а потом ты берешь и падаешь. Вот так. Я так что опасное значит или нет? Мне кажется, я просто пришла тогда, когда они уже все начали возвращаться, а не исчезать. Что? А как туда запрыгнуть? Там типа должна быть еще штучка какая-то. Почему? Чтобы была серая, а стала белая, как-то. Да блин, как там запрыгнуть-то, я не понимаю. Чё за хрень? Теперь мы будем спалиться на этом уровне. Вот пригодился бы сейчас бы скиплы.
хотя бы на первую запрыгнуть, потому что там можно запрыгнуть. Да, здесь можно. Ой, это был чекпоинт. Тогда жди меня. Я прошла. Нет, 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 не прошла. Нет, просто там этот. Да блин. Ты запрыгнешь. Сложный уровень, это просто типа у кого разный скилл. Это вот это уровень. Для нубов просто. Уровень вообще. Я даже не вижу, куда я прыгаю. Если он для нубов, то почему тогда ты умираешь? Потому что я более нуб. Я не умею паркурить. Я учусь как раз-таки. Привет, бабушка. Максим мне все время все видео портит. Я хотела, чтобы он сдох. Оставь его дома. Хорошо, а мы как раз закончим видео. Ну ладно. Сейчас подойдем до... Да блин. Чё ты прыгаешь? Здесь есть... Так, чтобы автоджамп выключить. Не знаю. У меня обычно автоджамп всегда включен. А что это за гепс? Не знаю, у меня их 10 уже. Не знаю, зачем... здесь шоп есть. Да, только я не могу на него нажать. Здесь можно скипнуть 50 стрим. Смысл, если... Еще можно